Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем распаковывать посылки. Летели. Начнем мы с черненькой. Три серых, одна белая, одна черная. Черный, белый, черно-белый. Все, начнем мы с черной, потому что она самая неинтересная. Она не такая уж неинтересная. А, я уже поняла. Я думала, что... Ай, ладно. Ну ладно, пришлось паркет разорвать, но ничего. Это вот такая вот прелестная заколочка. Коронка! Здесь бантик розового цвета, а корона желтого. Естественно. Естественно. Корона желтого цвета. Ну, а можно по-другому считать золотого. Кто любит золотой? Я. Продолжаем видео. Открываем следующую посылку. Тут, ну ладно, корона толстяка теперь. Серого. Опять кольцо. Что-то не только здесь. Хотя сережки сказать, но это что не сказала. Это кольцо с большим стразом золотого цвета. Кольцо овально, здесь кольцо здесь овально фиолетовое, тоже золотое, это тоже страз или ласка, хотите считать. И третье кольцо белое золото фиолетовая бабочка. Вот такие вот кольца. На клетке ничего больше не было. Открываем еще одну посылку. Эту. Нет, вот эту открываем. Это сережки. Это вот такие вот сережки. Бело-золотые со стразами на белом шаре. Здесь кольчуга. Здесь колчак. И здесь еще одни. А, это уже шпильки. Это сережки такие. А шпильки необычные, ну, чтобы застегивать. Вот такие. Очень красивые сережки. Я просто их боюсь потерять. Открываем следующую посылку. Здесь что-то интереснее. Какой-то самолетик. Это какой-то самолет и упаковка. Очень интересно, поэтому я сразу открою. Ждать не буду. Да, это самолетик. Какой-то пятый.
он пластиковый. Нет, тут еще есть. О, вот она. Даже... А вот она? Нет. Ну ладно, я без ее забыла. Это клеить надо, интересно? Я не уверена. Я поняла, вот здесь есть специальные дырки. Надо эти дырки проломить. И вторая. Как я могла не дать реализацию? Вот этот надо вот сюда вставить. Сломался, ну ничего страшного. А этот вот сюда. Можете увидеть? Не, я не уверена. Ой, это что такое? Ой, это да, это что такое? А, это вот что. Или... Нет, я вот сюда. Я не знаю. Я без инструкции собрала. А, все, понятно. После долгих мучений я это сделаю. Пробуем действие. Это самолет сделал. Дубль 2. Попытка кинуть самолет. Опять врезался. Ну, в общем, прикольный самолетик. Оторваться нельзя от него. Очень прикольно. И, кстати, когда будете собирать, здесь есть точка и прямо ровно по точке. А то он летать не будет. Еще от крыльев зависит. Если вы вот так сделаете, чтобы они вниз были, тогда он будет прямо летать. А если вверх сделать, тогда он будет не прямо летать. Я не знаю, я прямо сделала или не прямо. Ну и последняя посылка на сегодня. Которая ждет меня лежали. Я ожидала, что это получше что-то. Ну ладно. Это желтый ободок. У меня такой есть и был зеленый ободок. А это уже желтый. Я Стефани. Солнцем управляю. Ставьте лайки. Очень много. И подписывайся на мои каналы. Всем пока!